Теремок ТВ. Мишки-братишки в поисках тигра. Прощайте, друзья. Приор, ты готов? Да, еще немного. Давайте. Медведи, летим! Это была плохая идея. Мой черед. Вы назад! Кристи! Приор! Держу тебя, Кристи. Как они сюда попали? Приор! Берегись! Я лечу! Они летают. Не злитесь, ладно? Я сейчас приземлюсь, честное слово. Одну минуту. Да. Мечтаю больше. Открывай дверь! Слышишь меня? Ребята, мы недалеко улетели. Надо найти парашют и спрыгнуть отсюда. Я же гений. Так, тут только один парашют. Отдадим его Зигзагу. Почему так тихо? Да? Ну уж нет, ты от меня так просто не сбежишь. Зигзаг! Сзади! Зигзаг! Держись! Погнали! Зигзаг, не бойся, ты в безопасности. Он поймал Зигзага. Ну дает, наш Вик умеет красиво появляться. Так, не взорвалась, это ведро ни на что не годится. Эй, Морис. Не ешь меня, пожалуйста. Зигзаг спасен, теперь черед Китти. Беда! Помогите! 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 Нет! Если ты их погубишь, то ты ничем не лучше! Что? Я сдам их полиции, и они получат по заслугам! Пожалуйста, спасите! Ну дайте же нам еще один шанс! Сажай самолет! Хватит с нас игр! Что? Что? Пока? Ну нет! Вам это с рук не сойдет! Брезент! Хватайтесь за него! Прыгаем! А ведь получилось! Не смотрите вниз. Ребята, мы молодцы. Снег пошел. Спасибо, что спасла меня. Китти! Попробуйте теперь ее спасти. Кристи, назад. Кристи, не надо. Оставь меня, слишком опасно. Китти, я не позволю им снова забрать тебя. Кристи. Кристи, нет. Тяни сильней. Все нормально, Кристи. Я никогда не забуду, как мы с тобой дружили. Это были самые счастливые дни в моей жизни. Обещай мне иногда навещать Зигзага. Прощай, Кристи! Нет! Спасайся! Я не оставлю тебя! Кристи, послушай, им была нужна только я. Ты лучший человек в мире. Китти! Прощай, Кристи, подруга! Китти! Кристи! Нет, они падают. Китти! Китти! Кристи! Китти! Китти! Китти!
Я так рада, что мы встретились. Как будто снова в детство вернулась. Я рада, что ты меня вспомнила. Кристи. Китти, не плачь. Я тебя спасу. Нет. Нет. Кристи! Как же так, Кристи? Кристи, очнись. Очнись. О, нет, она не отвечает. Кристи. Нет. Так просто не может быть, Кристи. Бедняжка Кристи. Я не знал, что она такая храбрая. Кристи. Мы должны были защитить тебя. Это наша вина. Кристи. Кристи. Она была моим другом. Кристи. Что это? Что происходит? Медведь Али? Нема. Она очнулась. Ты очнулась. Китти. Кристи. Где ты? Китти. Ты жива? Китти. Китти, я так рада. Мы с тобой живы. Нева. Эй. Мы еще не закончили. Нева призвала туман, чтобы защитить нас, но здесь мы в опасности. Они нашли нас и не оставят в покое. Нева говорит, что нам надо уходить. Стоп, то есть как надо уходить? Мы же только что нашли вас. Вик прав. Прости, мне надо уходить. Китти, послушай. Мы еще обязательно встретимся. Эй, Зигзаг, позаботься о мамочке, ладно? Кристи, не волнуйся. Мы тебя не забудем. Стой, Нева, не уходи! Мне столько нужно поговорить с тобой! Нева! Нева! Китти! Ты себя тоже береги! Мне тебя будет очень не хватать! Прощай! Кристи прошла долгий путь. Прощай, Китти! Брэмбл, на Неве лежит большая ответственность. Она должна уйти, чтобы защищать лес и зверей. Сам знаешь. Знаю, ей очень пригодится наша помощь. И однажды мы снова встретимся. Полиция раскрыла дело браконьеров. Подозреваемые Моррис и Арнольд снова приговариваются к тюремному заключению. Полицейские не теряют надежды найти того, кто стоит за этим безобразием. Сотрудники полиции арестовали уже немало браконьеров и уничтожили следы их деятельности. Власти приняли решение о создании природных заповедников. Сэр, что вы скажете о заповедниках? А? Ну, посмотрим... Эй! Привет всем, меня зовут Вик. Ты кем ты себя возомнил? Я самолично помогал арестовать Морриса и Арнольда. С тех пор я понял, что не могу жить без природы. Да, я взял на себя обязательство защищать все живое. Поэтому я открыл фирму «В лес с Виком». О да, гид Вик к вашим услугам. Хотите пообщаться с природой? Бронируйте 20% скидкой. Я его знаю. Отстань, тебе покажу. Пусти меня, отстань. Письмо от Кристи. Дорогой Вик и Мишки. Не забыла про меня. У меня уже начались занятия в школе. Ребята, спасибо вам за то, что отправились со мной в путешествие и помогли найти Китти. Я никогда об этом не забуду. Мы с вами преодолели столько разных трудностей.
И я очень рада, что мы все время были вместе. Мы друзья навеки. Я крепко вас обнимаю. О, да, я круто смотрюсь. Мы тоже неплохо получились. Чики, Бабу. О, приветик. Давно вас не было видно. Куда вы пропали? Вот, смотри. Дай посмотреть. Я вернусь к вам очень-очень скоро. А как насчет новых приключений, ребята? Побег на самолете. Эти роботы нам не по зубам. Как же мы сможем спасти Китти и Тигренка? Без своих игрушек браконьеры ничего не стоят. Странно. Что не так? А? Здесь следы обрываются. Думаешь, они их специально стерли? Они не смогли бы стереть все следы. Давайте разделимся. Я так волнуюсь за Китти. Я пойду туда. Брамбл, пойдем-ка сюда. А? Кто здесь? Народ, я нашел следы! А? Ты их нашел? Кристи, сюда! Следы ведут сюда. За мной. Моя ласточка. Не стой столбом. Грузи тигра в самолет. Возьму-ка я пушку на всякий случай. Снега много, самолет может застрять. Арнольд, у нас нет времени. Понял. А? Где Китти? Что же нам делать? Китти и Зигзаг уже в самолете. Надо их остановить. Но, Вик, у них же оружие, так? Нужно быть начеку. У меня идея. Арнольд, ты закончил? Еще немного. Может, ты мне поможешь? Я? Вот еще. Мне нужны силы, чтобы управлять самолетом. Да ты только умеешь болтать. Хоть бы раз помог. Когда-нибудь. Смотри. Ай! Ах ты! А, Арнольд, у нас времени в обрез. Что ты делаешь? Зачем ты снеговиков налепил? Да. Вот бестолочь. Что, о чем ты говоришь? Это не я. А кто же? Их точно не я лепил. Я не мог его сделать, потому что полосы расчищал. Знаешь, без доверия это дружбы не бывает. Это ты снеговиков, а потом в меня снежком запустил. Да это не я был. Мы здесь одни. Дверь закрыта. Я тут один полосы расчищаю. Лопата, у меня есть идея. Арнольд, поверить не могу, что ты мне врал. Ты... Я не вру, отстань от меня. Ты даже врать не умеешь. Я знаю, что это ты. А? А? Сюрприз! Медведь! Брамбл, скорей! Возьми ружье! Медведи! Брамбл! Брамбл, поговори со мной, Брамбл! Неплохо! Вы нас все же догнали! Жаль, что вам это не поможет! Арнольд! Не угадал, я гораздо симпатичней. Симпатичней, да? Что это все? Я вам покажу. Бриар! Назад! Пока счет 1-1, Вик. Что будешь делать? Не стой столбом, давай! Это же хорьки! Арнольд, что? Что происходит? Эй! Как же я рада вас видеть, друзья! Мы волновались! Просто место себе не находили! Мы бы вас и раньше нашли, но... Это все он? Он прокопал туннель в кусты! Так это вы там шуршали, а? Что здесь? Мы отвечаем за лес, в том числе и за тигров. Мы не позволим злодеям забрать наших собратьев. Все звери знают о ваших подвигах. Они придут вам на помощь. Спасибо! Мы прямо сейчас и спасем тигров! Нужно разбудить мишек.
Бриар! 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 Брэмбл, молодец. Просыпайтесь! С пауками вы разобрались, но у нас есть оружие и получше. Намного лучше. Может, сначала нужно было их испытать? Тихо, я справлюсь. Оставьте их нам. Вы знаете, что делать? Группировка Альфа-Лавина! Все это в порядке? Здорово! Отлично! Берегитесь! Братик! У нас снежков много! Вы за это заплатите! Аккуратней! О, нет! О, нет! Арнольд, бежим! Волки! А с ними справитесь? Арнольд! Помоги! Ну что теперь-то? Птицы! Они нам помогают! Да, я вижу! Отстань! Улетай, мерзкие птицы! Арнольд, бежим! Они уходят! Бежим! Вика, хорьки! Не волнуйся, мы справимся! Спасайте тигра! Спасибо вам! Смотри! Тихо! Давай! Давай руку! Китти! Зигзаг! Ну что ж, наконец-то все закончилось. Я чуть не поцарапал свой... Вы! Что вы тут делаете? Арнольд, взять их! Хорошо, босс. Кристи, спасай Китти. Я им займусь. Вик, осторожнее. Только не сапогом! Псих несчастный! Какая гадость! Что, всю смелость растерял? Убери сетку! Морис! Морис, спаси! Арнольд, ты бестолочь! Пусти! Освободи тигров! Вик, держись! А ты никуда не пойдешь! Отпусти! Вик, очнись, Вик! Просыпайся, Вик! Очнись, Вик! Очнись! Очнись, ну же, ну! Вик? Наконец-то ты очнулся. Класс. Почему я еще жив? Я же упал с самолета. Никогда в жизни такого не видел. Тебя спасли птицы. А где Кристи?
на самолете с Моррисом и Арнольдом. Это моя вина. Не грусти! Обитатели гор обязательно вам помогут. Мы спасем ее по медвежьей. Да. Это наша фраза. Вы абсолютно правы. Этот лес и мой дом тоже, и мы защитим его вместе. Да, и для начала мы спасем Кристи и тигров от браконьеров. А еще нам надо победить Арнольда и Морриса. Мы хорошенько проучим этих браконьеров. Да! В плену иллюзий. Брэмбл! Вик! Они должны быть где-то рядом. Звук шел отсюда. А? А? Это Зигзаг! Не бойся, я спасу тебя! Где же ты, малыш? А? Паук! Назад! Что это? Робот-паук? Откуда он взялся? А где паук? Он что, сбежал? Что происходит? Помогите! Нет! Я должна перепрыгнуть. Что это было? Кристи, ты в порядке? Брэмбл, как же я тебе рада. А где Вик? Опять эти роботы-пауки. Они создают иллюзии. Мы с Брэмблом узнали это на своей шкуре. Иллюзии? Серьезно? То есть мяуканье и трещины на земле – это просто иллюзии? Ого! Ты больше никому не навредишь. Минус робот и минус шанс найти тигра. Хватит, у нас еще много роботов осталось. Смотри. Их база уже совсем рядом. Нужно быть осторожней. Нужно спасти тигренка. А? Они хотят спасти детеныша. А где у нас его мамаша? Попалась. Мы ее нашли. Не мешайся. Смотри, я придумал новую иллюзию. Она их точно одурачит. Ну, как тебе? Ух ты, как живая. Будто она и впрямь тут. Еще бы. Круто, на такое они точно купятся. Китти, а куда мы идем? Я иду по их запаху. Лысый пахнет сардинами. Класс. Идем. Может, Вик с Брэмблом освободились и встретились с Кристи? Бриар, Китти, я вас нашла. Кристи? Где ты была, Кристи? Мы так за тебя волновались. Я уже нашла Брэмбла, Вика и Тигренка. Идите за мной. Зигзаг? Побежали. Как ты нашла их? Она что, меня не слышит? Это странно. Что-то не так. Ребята, к пленникам туда. Зигзаг? Китти! Где мой сын? Зигзаг! Бриар! Беги, Китти! Это ловушка! Кристи, что все это значит? Робот. Плохо дело. Китти, беги. Что вам нужно? Отпустите ее. А?
Я мог бы поклясться, что они были где-то здесь. Мы что, идем не туда? А? Ребят, смотрите! Зигзаг! Зигзаг! Это... Где они? Вик! Брэмбл! Он боится воды. О, нет! Может, и Зигзаг был лишь иллюзией? Нужно найти их. Стоять! А ну, стойте! Они исчезли! А секунду назад были здесь! Куда они могли подеваться? Пик, Брэмбл! А? Я их нашла! Идите за мной! А? Не знал, что она так быстро бегает! Кристи, где Зигзаг? Он был здесь! Вик! Брэмбл! Это была не я! Что? Но ты... Я настоящая Кристи! А это все была иллюзия! Поверить не могу! Мы чуть не попались на их обман! Вот негодяи! Роботы создают иллюзии. Безнадежно, нам не справиться. Раз роботы создают иллюзии, значит, чтобы их развеять, нам нужно испортить роботов. Оу, эй, Вик, пила! Эй, отличная мысль. Как вам это? Давай, Вик! Да, вот как надо. Берегись! Нам от них не удрать. Роботы боятся воды. А вон там есть река. Да, и мы ее переплывем. Они догоняют нас. Выбора нет. Придется прыгать. Эй, Вик, а где твоя пила? Пила? Вот она. Одним деревом придется пожертвовать. Сделаем. Вик, скорее, они уже близко. Бежим. Вниз не смотреть. О нет, нас догнали! Беги, Брэмбл! Чуть не попались. Вик спешит на помощь! Я не забыл, как обращаться с бензопилой. Благодаря Кристи мы узнали, что роботы боятся воды. Да, класс! С роботами мы разделались. Давайте спасать Зигзага! Да. А? Здесь никого нет. Ребята, это следы машины. Угадайте, кто их оставил. Мы опоздали. Мы пойдем по следам. Они, похоже, свежие. Если поспешим, мы их догоним.
На этот раз мы подготовимся и справимся. Брамбл? Брамбл! Бриар? Китти попалась. Это я виноват. Нет, это не ты. Тебя роботы обхитрили. Сейчас самое главное — догнать Морриса и Арнольда. Ребята, мы обязательно спасем Китти и Зигзага. Тогда вперед! Секретное оружие браконьеров. Простите, я не знала. Ничего, сейчас самое главное — спасти их. Да. Погодите-ка. А? Бриар! Вик хотел предупредить про Морриса и Арнольда. Они ждут нас с новым оружием. Если мы не подготовимся, они нас схватят. Но они же в опасности. Если вас схватят, вы их не спасете. Прочь с дороги! Китти, пожалуйста, выслушай Бриара. Китти, им нужна ты. Если ты не придешь, Зигзагу ничего не грозит. Сейчас все зависит только от нас. Нужно успокоиться и подумать, что делать. Что ты придумал? Сначала главное... Мы дадим отпор. Поленьями? Не только. Запустим улей, пусть побегают. А нас они не заподозрят. Что скажешь, Китти? Долго я ждать не буду. Китти, Бриар, пошли за поленьями. Я пойду туда, а ты поищи там. Только осторожней. Китти, Бриар, я вернулась. Бриар еще не вернулся? Китти, смотри, я принесла поленья. Китти? По дороге мы нашли столько капканов. Я волновалась. Я хотела тебя защитить. Я тебя не забыла, Кристи. Но ты мне не нужна. Я прекрасно обходилась одна. Мы ведь еще друзья. Правда? Это в прошлом. Я больше не хочу иметь ничего общего с людьми. Почему? Хочешь знать почему? Что ж, я расскажу тебе историю про мячик. У Зигзага была сестренка. Она любила играть в мячик с братом. Но однажды... Привет, тигренок. Тебе нравится мячик? Смотри-ка, у меня есть кое-что поинтересней. А дома у меня еще больше игрушек. В них так здорово играть. Хочешь, я с тобой поиграю? Ну же, смелей. Я тебя отнесу. Ты не представляешь, сколько я ее искала, но так и не нашла мою девочку. Тебе не понять. Это во всем виноваты браконьеры. Китти, поверь мне, я спасу Зигзага. Хватит. Китти. Я хочу, чтобы ты отстала от меня. Кристи, смотри, что я нашел. А? Где она? Ее здесь нет. Я велела ей уйти. Что? Она ушла одна? Как ты могла? Сам знаешь, все люди одинаковы, они злые. Вот, смотри. Разве злодей стал бы все эти годы хранить у сердца твой клык? Прости, Китти, ты спасла меня, но потеряла зуб. Ничего, подумаешь, зуб, ерунда. Китти,
Китти, ты лучше всех. Обещаю защищать тебя, когда вырасту. Китти, Кристи горы свернула, чтобы найти тебя, чтобы спасти тебя. А ты ее прогнала. Я должен найти ее. Бриар! А? Странно. Улей пропал. О нет, она побежала спасать Зигзага. Слишком опасно. Это я виновата. Нет, виноваты браконьеры. Есть плохие люди, а есть хорошие. Угу. И Кристи одна из самых-самых лучших. А в лесу злодеи победить не должны. О, ты прав. Ну что ж, бежим спасать их. Погоди, Арнольд. Тут столько всего. Пилка для ногтей? Фу. А? Эй, это что такое? Пилка для ногтей? Нет, это моя пила. О, точно! Используем элемент неожиданности. А, давай выбираться из клетки. И поскорее. Шш. А? А это что? А? Пульт управления? Роботами? А. Дай мне! А-а. Руки прочь! Это хай-тек, понял? Ты же ничего в этом не смыслишь. Ботаник. А? Отдавайте Зигзага! Слышали? Вот еще. Скажи это моей бензопиле. Сдавайтесь! Сдаваться? Еще не видел наше секретное оружие. А? Это ваше оружие? Брэмбл, лови их. Ладненько, я их всех поймаю. Кричали где-то там. Получай. Да. Дай мне. Что нажать? Ты ничего не понимаешь. Не лезь ко мне. Ну что, может, сдадитесь? А, думаешь, ты такой умный? А как тебе такое? Что? Что происходит? Врежь ему, давай, и посильнее! Море, что там еще есть? Дай попробовать. Я ж запретил тебе трогать. Вот что ты наделал. Эй, Море, посмотри туда. Брэмбл, забери пульт. Сделаем! Спина! Отбил! Отпусти! Арнольд, лови! Посмотрим! Поймал! Дай сюда! Вот что я сделаю! Осторожней, Брэмбл! Брэмбл, уходи оттуда! Брэмбл! Ну что, остался один? Ой! Что, некуда бежать? Что-то ты уже не храбришься. Давай, Морис, покажи ему класс. Приведи нас к тигрице, если не хочешь остаться здесь, как этот уволень. Брэмбл. Говори, где мамаша-тигрица? Ничего я вам не скажу. Ладно, хочешь по-плохому? Я тебе это устрою. Заряд почти в норме. Заряжаю. Может, передумаешь? Еще не поздно. Вик! Максимальный заряд. А!
Сюда. Брэмбл, ты в порядке? В полном. У них слишком крутое оружие. Надо уходить отсюда. Да уж. Не бойся. Надо заняться капканами. Детеныш у нас, значит, они вернутся. К тому же у роботов есть еще много функций. Этот ласковый бриз, солнце луч золотой. Я без них теперь не представляю жизнь. Где бы я ни гулял, они будут со мной. Лес, река, моря и горы — это мой дом. День за днем и год за годом, в дождь, грозу и непогоду нашу дружбу мы храним. Жизнь — большое приключение, много разных увлечений ждет, так скорее вперед. Этот ласковый бриз, солнце луч золотой, я без них теперь не представляю жизнь. Где бы я ни гулял, они будут со мной. Лес, река, моря и горы — это мой дом. Лес, река, моря и горы — это мой дом.